Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. У нас намечается финальная битва с боссом. Давайте перейдем к логову Левиафана. По змеиным норкам погоняем. В предыдущей части мы собрали меч Армагеддона. Теперь нужно засунуть этот меч в чью-то задницу. Так. Чем скромный торговец может тебе помочь? Это уже ничем. Так, песочки. Наша пони. Так. Ты готов? Нельзя заставлять Авадона ждать. Да кто его уже заставляет ждать? Сейчас придем меч в задницу засунем и пойдем дальше. Так. Почешем с тобой языками. Это Авадон. Уриил повела против него воинов небес. Все, как ты и предсказал. Воины небес падут. Ну, само собой. Ангел смерти, послужи мне еще раз. Совершили жесткую посадку. Птички небес вообще обосрались. Она приняла меня за кого-то другого. Да, того, трудно принять такого любила. За другого. Думаю, и он любил ее. Когда-то давно. До всего этого. Глупец, выше всего он поставил долг, и ради него погиб. Ты поступишь так же. Небеса охотятся за тобой. Ад ненавидит. Никому нет дела, будешь ты жить или умрешь. Тысяч побед. Либо служи воле лживого совета и создателя, который отворачивается от наиболее верных ему. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Очнулась. Я уже сделал выбор, которого трус избежал. Ну чё, начнём махач. Как курица какая-то. Хрен ты мне пойдешь. Блин, зараза, а? Иди сюда, я тебе хвост отрежу. Что за фигня?
Я, блин, вот три раза зацепил. Ух ты, ё. Он, оказывается, у нас еще и летает. Иди сюда. Собрался, мне тут бегать, если понимаете ли. Что там опять? Опять хрень какая-то упала. Бежать! Бояться. А то разлетался, понимаете ли. Звук истребителя, блин, хрен его. Иди сюда. Говнюк ты мелкий. Я из тебя еще фарш нарежу, засранец ты такие. Да блин, че тут тупит вообще? Да чуть-чуть не успел. Лежать, скотина. Опять не успела. Бежать. Ты уже надоел летать здесь. Пердун-то хрена. Истребитель хрена падает. Лежать, песик. Сколько же его мочить, интересно? Все-таки зацепил, гад. Я тебе же колбасу нарежу, гад. Надо подлечиться, а у нас этих даже нету. Даже не поставил себе. И лежи, Бобик. Опять гребаный истребитель падает. Не успел. Ну давай, давай. Сколько ж тебе еще тубасить говнюка такого, а? Вот что плохо Дарксайда, что ж нет здоровья противников.
Получи по чашке. Слушай, колбасить-то еще. Какой живучий-то. Иди сюда. Так, добивание. Уже что-то интересное. Полетаем. Так, добиваем. Опачки. Под ребрышки. Сегодня у нас будет запеченный дракон. Так. Опа, что-то упало. Это не я. И мы туда поперлись, как обычно. Что, дубль 2, что ли? Это вовремя я подлечился-то. Один попал все-таки. Ух, ё, лучше не подходить к нему. Ух, ёшки-матрёшки. Совет послал тебя на верную смерть. Да ну. Давай, своей зубочисткой. У меня зубочистка больше. Такого уже распилило бы уже нафиг. Так, и чё тут? Чё, где он? О, вот ты где. Вот это глыбки. И чё это такое? Ты думал, чё? А что здесь камни делают? Что они типа остались здесь? Иди сюда. Углюканул эту игру походу. Они должны получать. Давай, дубль 2. Все еще хочешь зубочисткой своей помериться? Так, и куда тебя? Опять? Ну, ёкарный бабай, а? Так нечестно. Я не хочу камни эти собирать. Ну-ну. А у меня такой вариант. Как тебе нравится? Опа. Опа. Ты выручил меня. А ты думал, что? В сказку попал, что ли? Зеркали. И чё? А вот ты где? Где этот? Самый простой способ атаки его. Так. А, не получилось. Дубль 3. Все равно пытается мериться с зубочисточкой со мной. На. Все. Получил по зубам. Научил меня кое-чему важному, Авадон. Ё-моё, сенсей ёкарный. Забыть о долге, чтобы сделать, что должно. Ой, крылышки сейчас оторвём ему. Зажарим еще и съедим. Как раз устали после долгого путешествия, решили перекусить.
О, Урил. 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 Пожинает то, что посеял предатель. Чпок, зарезали. А вот и печать седьмая, которая не была сломлена, нас вызвали якобы, все печати сломлены. Война! Как же этого гомосека ненавижу. Так прямо хочется ему голову проломить. Совет. Они знали, что ты никогда не выступишь в роли палача из-за своей драгоценной чести. Поэтому они низвергли тебя, зная, что ты убьешь всех виновных, лишь бы очистить свое имя. Нет! Подожди, девка! Я кое-что припас. Такой блатной. Для тебя. Это я заберу. Совету бы не понравилось, если бы ты с этим стал играть. Вдруг, сломав печать, ты не захотел бы возвращаться в свою маленькую конуру. Право, какое несчастье. Свобода уже была у тебя в руке, и ты упустил ее. Чего тут смешного? Даже ты не стал бы смеяться на своих похоронах. Я смеюсь на твоих. Оба-на. Некс Сакраментум. Моя клятва исполнена. Нам садили меч в спину. И сломали заодно и печать. Небесная шлюха! Что ты натворила? О, хоть ручку оторвала ему. Год мод, ё-моё. Мы восстали. Вырву тебе кишки и протащу через твой нимб. Какой блатной, ё-моё. Вставай! И я буду убивать. У него там что, три кости, что ли? Фига себе, пощечина. Я только выполнял приказ. Все, уже очко сжалось. Наконец-то хоть морду бить. Воевать с советом? Воевать со всеми? Ну а чё же, я война, мне чё? Падлу, что ли? Тебе не уйти. Другие! Неужели ты будешь вести эту войну один? Нет. Не один. О, и три всадника других уже. Значит, будет дальше продолжение. Ну все, на этом игра у нас закончена. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии под видео, я на все на них отвечу. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем дальнейших прохождений игр, обзоров. Всем спасибо за внимание. Всем пока.